Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, друзья, на этот час вы наши. Это импровизация. Победа! Паш, я все правильно сказал? Должен... На этот час ты наш. Это же твое. Все правильно. Ты должен был потом сюда пойти, а я туда сесть. Так, а что, давай так и начнем передачу. Давай, конечно, так и начнем. Давай, иди сюда. Давай. Иди, конечно. Блин, ребята, а это у вас что, импровизация? А я тут такой должен быть. Подожди. Что? А если ты скажешь, что у нас сегодня в гостях невероятный актер. Давай. Только, пожалуйста, скажи, а то я себя чувствую глупо. Нет, ну, я тогда пойду снимать. Это как? Ну, это же... Диман, ты куда? Я здесь останусь. В зале малолетки я здесь краш. Кос, а ты чё? Я остаюсь здесь, потому что это мое призвание. Друзья, посмотрите на этот состав. Это золотой состав шоу «Импровизация». Пусть оно так... И начнется. Поехали! Так, все, меняемся по местам. Каждый на свое место. А я правильно понимаю, Арсения никто так и не представил? Актер! Ребята, если вы забыли, я сам могу объявить. Послушайте, это был самый изящный способ слить Арса. Вообще. А, слушайте, давайте к гостю. Тем более, что он человек уважаемый, и не надо заставлять его ждать. Дамы и господа, великолепный кладезь юмора Юрий Гальцев! Нет, давайте так, вот так. Конечно. А теперь уже так. Здравствуйте. Очень рады. Здрасте. Супер. Идите к нам. Па-бам! Па-бам! Ура! А? Я категорически вас приветствую. Ну почему вас? Тебя? Меня правда узнали? Мне тогда... Конечно. Мне даже... Я даже так, не пугался. Сразу внесу, да, про вас, про ты. Да. Мы с Юрой знакомы много лет, мы общаемся на ты. Все общаемся на ты. Да. Юра молодой, ему 26, он плохо выглядит. Юрий, ну с Арсением, пожалуйста, на вы. Да. Мне много лет. Требую уважения. Арсений не называет, сколько ему лет, потому что у женщин это не спрашивают. А, вот, ох ты. Терпи. Юрий Гальцев, поехали. Первая импровизация называется «Бумеранг». Бумеранг. Есть такая функция практически в каждом телефоне. Любое зацикленное движение какое-то, Да. А, то есть выходить мне? Да, можно, уже можно. Так, а ребята будут подходить и шутить. Поехали? Да. Ветрено сегодня, Юрка! Ветрено! Класс. Сплёвываете вы, конечно, интересно. Вот! Сережа нашел себя! Сережа, молодец! Блин, я в Гальцева плевал! Пока основной. Сережа, я тебя поздравляю! Можно поменять другой бумеранг?
Я не хочу с ним драться, тренер, он какой-то ненормальный. Все нормально будет, все нормально, проходишь. Что это он делает? Ну что? Это, не знаю, все будет хорошо, настройся, настройся. Да это Юрий Гальцев вообще. Да какой Юрий пошли, похож просто. Ага. Основной. Основной. Браво! Вы где-то хорошие грибочки нашли, да? Поделитесь. Один. Ну что ж, дамы и господа, я рад приветствовать вас на курсах тектоника. Сегодня у нас... Хлеб, соль нашему жениху. Проходите, забирайте. Денежки доставайте. Юрий, иди, иди. Давай, иди основно. Очень смешно. Юрий, ну давайте еще последний бумеранг финальный, и все. Отлично. Итак, подозреваемый, где лежал нож? Ага. Вы где стояли? Ага. Класс. Дамы и господа, я рад приветствовать вас на своих курсах по ВОГУ. Сегодня мы научимся делать дропы и все остальное. Свет, как думаешь, пора сына научить ноги переставлять? Боже, основной, ты жжешь сегодня. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. Юрий Гальцев, озвучка! Рассказываю правила. В этот микрофон мы будем озвучивать. Но что будем озвучивать? Ребята будут участвовать в импровизации, но им не будет хватать звуков. Именно эти звуки, которых не будет хватать, надо будет озвучить. Вам надо ориентироваться. Ну, там уже сами сообразите. Давайте тему придумаем. Юр, часто же гастролировал в своей жизни, гастролируешь с кучей артистов, повидался, наверное, во всех городах России был, ну, да? Было, было, конечно. Слушай, и в разных жанрах ты повыступал вообще. Да. И юмор, и театр, и кино, и спектакль. И клоунада. И клоунада. В лицедеях же работал. Да, кстати, за это отдельное спасибо. Спасибо. А почему нет? Надо придумать два каких-нибудь жанра. Разных жанра. Для артистов двух разных жанров. Один клоун, один, значит, драматический актер. О, да. Клоун и глубокий драматический актер. Да. Да. Давайте будет Арс с Димой у нас принимать участие. Давайте. Давайте. Тоже? Да. Тоже будет клоун. Да, именно. Итак, Арсений, ты клоун. Арсений, клоун. Да, ты клоун. Дим, ты глубокий драматический актер. Вы на гастролях отстали от своей труппы. Поехали. Но все-таки ушел поезд. Вот он дает три гудка последних. Все-таки теплоход. Это из-за тебя. Это все из-за тебя. Ты со своим пивом на каждой станции. Точно. Тебе. Ну, во всем надо искать позитив за возможности.
Ну да, тебе трудновато искать позитив. Может, я еще... Подожди-ка. А ну-ка, сделай еще раз так. А ты не обманывал ли труппу? Мне кажется, ты фокусник. Что это у тебя вылетает из рукавов? Это просто, ну, это кровь, это ничего. Ну, так махни еще раз, ничего. 16 голубей вылетело, это тебе ничего? А что мне оставалось делать? Ты у нас на корабле был глубоким драматическим актером. Да у нас мероприятие для пьяных гостей. Зачем им драматический актер? Я быстренько переориентировался. Давай я тебе покажу свой лучший фокус. Готов? Ну давай. Раз уж мы тут стоим, где мы? В порту. Подожди секунду. Как это все мне не нравится у вас. Видишь, основательность чувствуется. Свинья? В чемодане свинья? Да ты досмотри фокус! Нет, у меня пиво, парики, спонжики и нос, а у тебя свинья? Ну досмотри фокус! Ты... Давай... Ну я знаю этот фокус. Потом ты достанешь мангал, потом ты ее разожжешь и будешь вот так вот крутить. Я что, изверг? Смотри. Ап! 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 Сюда. Борис, все, давай флейту, давай. Успокойся. Что это было? Левитация свиньи? Борис. Слушай. Коллега, я ваши методы не буду оспаривать, но, может быть, мы сможем вот так вот заработать на обратный билет? А это идея. А что, соберем толпу? Я, может... Сейчас, секундочку. Ты дурак тупой. Ну ты когда пьешь, ты как-то, ну не знаю там, ну как это сказать даже, я не знаю. Ну я как-то делаю, оно само пьется. Ну как-то трахея, как-то, ну как это происходит? Носом пошло, да? Ты подожди. Мы должны друг друга устраивать на сцене. В быту-то бог... Ой, сказал как тост. Отвратительно. Ой, газики. Отвратительно. Ты понимаешь, что у тебя еще поролоновый нос? Он весь в пивасе, дурак. Давай, ладно, свинья это будет, ну, финальный номер. Финальный номер. Я же еще музыкант. Ну, мне даже любопытно, что еще там у тебя в чемодане. Одна струнка. Блин, ну-ка. Чемодан, мопед, да ладно! Ты кто такой? Офигеть! Да заглуши, братан, заглуши! Сейчас! Стоп! Офигеть! Да мы чемодан твой продадим, и можно вообще не выступать. Ага. Чемодан. А я его что, потом буду в руках носить? Так я иду, и он за мной едет. Офигеть. Давай, сыграй. На однострунке. Только такую, знаешь, чтоб за душу брала. Давай. Не, меня уже не остановить. Узнал? Да, музыка из метро. Знаешь, что у них? Да. Вот это, мы вам перезвоним.
Проще присоединиться, дружище. Так я и хочу. Люди собираются. Ты чё? Все. Блин. Все, не играю. Да, все, не играю. Ой. Не играю. Все. Даже, наверное, отложу на всякий случай. Бум. Не, если ты смотришь, если хочешь, чтобы я еще раз сыграл, я могу еще раз сыграть, как бы. Ты, а если я скажу нет, ты же все равно будешь играть, правильно? Не играю. Все. Блин, ну очень хочется сыграть, конечно. Накроем ее тулупчиком. Давай. Моим. Ой. Чему это? Че? Ну, ты раскрашенный. Ну да. Я драматический актер, я могу менять лица. О. Угоним катер. И типа наши лица никто не узнает? А как их узнать? Отвязываемый. Все, давай, я закидываю чемоданы. Слушай, я не уверен, что я отвязываю. Блин, я твой мопед уронил в воду. Ныряй. Я плавать не умею. Да ладно, главное, ну. Боря утонул. Ты ради Бори не прыгнешь? Я свинья танцует вальс. Я же плавать не умею. И сама делает блюлюнь. Гитару я бросать не буду. Крестик. Ты что, на флюру собрался? Что ты крестик-то? Прыгай быстрей! А ты йоу! Бульк! Бомбочкой! Я видел. Боренька, любимый, я сразу тебя хотел спасти. Открывай чемодан, там сейчас у него внутри вода. Так Боря ж умеет плавать. Ну если он вальс танцует на флейте и играет, что, плавать не научил? Слушай, а раз он такой умный и разносторонний, может, он нашу проблему решит? Позвольте вас пригласить на танец. Боря. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получай деньги за любые действия по счету. Участвует в рэп-викторине. Вау! Шастун, ведущий. Три участника, пожалуйста, к вашим бочкам. Надо придумать ребятам характеры. Какие люди тебя раздражают? Обидчивый. Все. Арсений обидчивый человек. Все, запомнили, поаплодировали. Спасибо. Любую страну назови. Просто любую. Финляндия. Финляндия. Сережа, ты... Можно... Не дай папа. Эстония. Окей, северный народ. Финляндия, Эстония. Кто-то такой. Помедленнее. Кто-то помедленнее. Это ты. Любую профессию. Любая профессия? Да. Ну вот посмотри на Диму. Кем бы он мог работать? Птицелов. Птицелов. Я тебя в телефоне переименую. Сейчас, чё да. Ждём? Начинай. Так поехали.
Я уже много лет в этой теме, знаю 1000 доказательств этой теореме. Вы слышите слова хип-хоп-классика, и значит, в эфире ваша любимая рэп-викторина! У нас, как всегда, 3 участника, которые должны отвечать на вопросы в стиле рэп. Давайте с ними познакомимся. Участник номер 1, здравствуйте! Меня зовут Олег. Или Женя. Блин, я в сомнениях. Вы вообще ко мне обратились без уважения? Не обижайтесь, только не обижайтесь. Хорошо, участник номер 2, здравствуйте! Здравствуйте. Меня зовут Ошловайнен. Я буду вас разрывайнен. Ошловайнен очень уверен в своей победе. Это хорошо. Участник номер 3. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Эй, не смейся там. Участник номер 3 пришел не один. Участник номер 3. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы смеетесь-то? Блин, а что у него там есть? Все, здравствуйте. У вас там страус ржет. Все, меня зовут Павел. Ну? Сказал и был таков. Меня ждет сегодня какой-нибудь улов. Хорошо. Ну что ж, 3 участника должны отвечать на вопросы рэпом. Кто же будет сегодня задавать вопросы? Сегодня у нас это будет Юрий Гальцев! Достойно. Итак, наш первый раунд и первый вопрос. Любой вопрос. Почему я встал сегодня в 6 утра? О! Почему я встал сегодня в 6 утра? А чё он? А чё он? Участник номер 1, слушаем! Я вчера выпил в какой-то палёнке 2 ведра. А почему сегодня встал в 6 утра? Участник номер 1, вы обижены на кого? На нашу передачу? Это 0 баллов. Это было отвратительно. Скорее, скорее. Участник номер 3, слушаем. Обычно встает прям с утра с восходом тот, кто хочет поймать красивого удода. Конечно. За удодом. Удод, знаете, такая смешная птица? Удод, конечно. Торопитесь, торопитесь. Участник номер 2, слушаем. Ой, блин, ёк. Пукала. Я проснулся, потому что жена громко пукала. Блин, мне обидно, что заходят шутки про пердёж. Нет, участник номер 2, мы такое не поощряем. 0 баллов. Птицелов, у вас просто все прекрасно, у вас уже 5 баллов. У нас. У вас. Блин, они играют в команде. Прекрати жаловаться, за жалобы буду отбирать. Мы переходим к следующему раунду. Следующий вопрос. Я видел вас вчера с чужой девушкой. С чужой девушкой? Не со своей девушкой. Не со своей девушкой. Вопрос. Я видел вас вчера со своей девушкой. Участник номер 3, у вас что-то готово, слушаем. Конечно, не видели. Это же гей, гей и гей. У меня особенный радар на голубей. Айда, участник номер 3, сразу 5 баллов, конечно. Браво! Это сразу 5 баллов и часть баллов. Браво, сразу, браво. Сразу отдает страусу. Ускоряемся. Участник номер 2, слушаем. В этом раунде какой-то разнос, я вообще не понял вопрос. Ну как же вы не поняли вопрос? Вопрос же элементарный. Я вас видел вчера со своей девушкой. Это вопрос. Главная интонация, понимаете? Блин, я не сфоткался с Гальцевым. Участник номер 1, слушаем. Это не просто девушка, ее зовут Наташа. Юрий, извините, я не знал, что эта девушка ваша. Это же обиделся опять. Опять обиделся? Ну, получается... Ладно, хорошо, на тебе еще 1 балл. Так ты не обижаешься, у тебя 2 балла теперь. Ура. Ура. Ну что, подведем итоги. Я напомню, что это бонусный вопрос, и все баллы, набранные за этот вопрос, увеличиваются на 100 тысяч. Подведем итоги. У вас 100 тысяч 1 балл, у вас 0, у вас 10 тысяч баллов. Блин. Мы переходим к следующему раунду и следующий вопрос. Ты видел, как кошка окатилась? Это вопрос, я называю эту рубрику «Вопрос из-под тишка». Ты видел, как кошка окатилась? Участник номер 3, слушаем! Видел! Видел!
Конечно, кому как не птицелову это видеть. Когда он на дереве, он видит, что внизу... Блин, мысли позитивно, мысли позитивно. Участник номер один, слушаем. Конечно, видел, там такая выпала котят охапка. Я не просто видел, я еще их папка. Чего? Это мы сейчас обидимся! Да! Он трахает кошек! Так, нет! Ну нет, не в этом смысле! Ну знаете, как моя кошечка, моя вот эта дочечка! И что, трахать ее теперь? Она член семьи! Ты что за человек? Да как трахать, как у вас? Я его знаю, у него чемодан-мопед! Все! Подождите! О, участник! Да уже поздно, она вон уже окатилась! Участник номер два, слушаем! Понять вопрос у меня получилось. Вопрос, ты видел, как кошка окатилась? А ответ где? Надо подождать. Хорошо, мы подождем. Мы переходим к финальному раунду и финальный вопрос. Бабушка-таксистка? Ну что ж, я предупреждал, что вопрос будет сложным, но не ожидал, что настолько... Просто два слова через дефис с вопросительным знаком. Я напомню, что в сегодняшней программе мы разыгрываем реальные деньги. Если кто-то из вас троих сможет пошутить, блядь, на бабушка-таксистка, я лично плачу 5 косарей. Итак, ставки повышаются. Погнали, погнали. Участник номер два, слушаем. Сиська, 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 да, бабушка таксистка. Участник номер два. Ваш ответ принят. Я напомню, в финале мне нужно принять все три варианта, и только тогда я решаю. Блин, да не важно, что сказано, главное, как сказано. Участник номер один, слушаем. Это легко, я позвонил своей маме. Она говорит, можешь определить, если на приборной доске челюсть в стакане. О. Yeah. Конечно, конечно. Ну Браво. Что ж, и нам осталось в финальном раунде поймать только одну птичку. Ой. Это участника номер три. Я напомню вопрос. Бабушка таксистка? Именно такой вопрос. Участник номер три, слушаем. Придется всем вам правду сказать. Конечно, таксистка, она в дороге заебала болтать. Ну что ж, подведем итоги этого финала. 100 тысяч сколько-то баллов, сколько-то я посчитал. Баллов было у вас, 0 было у вас, очень много баллов было у вас. Ладно, можно в конце подарок? В конце подарок? Да. Конечно, можно. Ну, так сказать, ну, я занимаюсь птицеловством. Ага. Поэтому, ну, готовы? Да. Ну, там прям страус. Настоящий? Ну, конечно. Ну, давайте. Так, если я его побежит. Выпущу и, ну, и выключайте передачу. Готовы? Да, готов. Для всех вас. 3, 4. Севастьян! Севастьян! У нас погиб Севастьян! Это была передача «Рэп-викторина». Всем пока! Где Севастьян? Ну, Севастьян! Ну, да! Ну, что такое вообще? Собака! Я не знаю. Это импровизация. У нас в гостях Юрий Гальцев, колл-центр. Рассказываю правила. Сережа впервые в жизни сыграет недовольного покупателя. Да что такое? Это что, день рождения, что ли, какой-то? Как все произойдет? Рассказываю. Интернет-доставка привезла Сереже товар. Он его открыл и понимает, что это немного не тот товар, который он заказывал. Не называя товар, он должен пообщаться с сотрудниками колл-центра, а они должны угадать, что это за товар. Все просто. Все просто и все понятно. Дуйте в декорацию, переодевайтесь. Юр, надо выбрать товар. В любую коробочку посмотри, какая тебе понравится. Тя-тя-тя-тя. Ну, уже хорошо. Так, хорошо. Меньше. Хорошо. Помогите, они держат меня здесь силы. Ну, думаю, первый товар. Хорошо. А заберите товар, пожалуйста. Самовывоз? Ничего себе. Спасибо большое. Наслаждаемся. Работайте.
Ага. Освежился. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы заказали у нас товар, он вам пришел. Скажите, вы не можете им пользоваться? Я не могу им пользоваться. По какой причине вы не можете им пользоваться? По причине неисправности товара. Но он не выполняет свою прямую функцию. Абсолютно. Он вот прямую функцию не выполняет. Я вообще не уверен, что он выполняет какую-то функцию. Я переведу вас на другой отдел, это не моя специализация. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Это меня... секс по телефону или что за томный голос? Почти. Меня зовут Светлана, я по освежению. Скажите, а вы Светлана, обычно, что? Когда хотите освежиться, вы идете в душ? Я иду в душ. Голенький? Я покупал у вас товар. Так. Это не душ. Я знаю. Это абсолютно не душ. Но для душа. Для санузла. Да, да, это товар для санузла. Ну так а чего ж вы мне звоните? Потому что я хочу, чтобы вы решили мою проблему. Ну я перевожу вас на решительный отдел. Решительный отдел санузелков. Сан Саныч слушает. Что, простите? Еще раз, если мы будем говорить одновременно, у нас ничего не получится. Какой отдел? Чуть поподробней. Слышь? Вы просто дождитесь, когда я закончу говорить, и сразу начинайте говорить. Начинаю. Ну, так давайте. Повторите вот отдел. Вот прямо сейчас говорите. Отдел. Ну и все. Повторите отдел. Так и нет проблем. Быстро. Спасибо, что позвонили. Отдел мытья, Александр. Здравствуйте. Ну, наконец-то, отдел мытья, Александр. Скажите, пожалуйста, как мне решить... Вы хотите задать мне вопрос, да? Давайте. Как мне решить эту проблему? Скажите, пожалуйста. Угу. Перед тем, как я посоветую вам, как решить проблему, да. Скажите, вы же заказали у нас кран... Да. И с этим краном что-то не так. Скажите, из него не льется вода? Если честно, я не пробовал. Как это не пробовали? Ну попробуйте, из него вода льется? Ну это нужен сантехник, чтобы подключить. Вода из крана льется или нет? Ну если я не подключал, наверное же не льется. Ну а если подключить, полилась бы? Ну откуда-то бы точно полилась. Я ничего не понял. До свидания. Алло, отдел комплектации. Здрасте. Михаил. Михаил. Здрасте, Михаил. Давайте пройдемся, значит, по комплектации. Значит, стандартный смеситель у нас что из себя представляет? Значит, там у нас есть такая трубочка для, ну, протекания воды. У вас трубочка имеется? Имеется. В количестве один? Один. Все, значит, здесь все нормально. Далее. В смесителе обычно есть некая регулировка горячей-холодной воды, так сказать, клапана, они могут быть... Это справ... точно есть. Имеется. Все, в количестве две штуки, один для горячей, один для холодной воды. Ну, есть отверстие для шланга для душа. Абсолютно правильно? Верно. И, соответственно, еще одна деталька, которая переключает между душем и трубочкой, про которую вы говорили вначале. Это вам в отдел усложненных устройств. После звукового сигнала пойдете в очко, давайте. Да, здрасте, директор компании! О, наконец-то! Мы ни хрена не понимаем! Да потому что вы выпускаете говно! У вас смеситель! Да, у меня смеситель, а вам бы не смеситель вы выпускать, а кренделя! Все, заткнулись про смеситель! У вас... Что вы сказали? Ничего! Во-первых, я хочу, чтобы в вашей компании все мудаки, которые поднимают трубку, научились, сука, слушать! Скажите еще раз. Говорю, заканчивайте со смесителями. Выпускайте кренделя. У вас кран зациклен, в смысле завязан. Завязанный кран. Или этот, короче, он вот так в ноль. Но он идет, какой идет, ноль? Идет и никогда не заканчивается кран, правильно? Да сука, заканчивается! Ну завязан! Ну завязан! Ну в узел завязан кран! В узел завязан кран!
актерским составом в 5 звезд. Во! Демис Карибидис, Павел Майков, Валя Карнавал, Арарат Кищан и Михаил Галустян. Здорово. Ты что здесь? На рыбалку приехал. А. Смотри, барабульку какую поймал. Черноморскую. Отпуск. Новый сезон. С понедельника по четверг. В 8 вечера. Давай, позвони, скажи, пусть улицу подметут. Мы едем, скажи. На ТНТ. Импровизация без чувств. Во-первых, хочу сразу сказать, у нас замена игроков. Теперь Антон Шастун у нас официант. Дима у нас шеф-повар. Поднялся. На постоянной позиции поваренка Сережа и новый поваренок Арсюша. Как все произойдет? Антон принесет меню. Ткни, пожалуйста, в блюдо, которое ты хочешь выбрать. Mm-hmm. И после этого Антон должен показать шеф-повару, что нужно готовить. Шеф-повар должен попросить поварят это приготовить. Давайте. Mm-hmm. Спасибо. Так, я поднялся. Все, давайте, у нас в гостях Юрий Гальцев. Это да. Вот так. Руки под пальтом. Что это? Апельсин. 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 Ну, есть апельсин здесь, у нас здесь. Здесь. Подождите, я еще ничего не понял. А, я во что-то залез. Что? Что? Режем что-то, режем что-то, режем. Мандарин. Так апельсин или мандарин? Ну, это что? Это Боже, что-то чистое. Все такое противное. Да тихо ты. Что-то маленькое, маленькое. Что-то маленькое режем. Че резать? Это шпага, на шпажке, что-то на шпажке. Сыр, моцареллочка. Моцареллочка малюсенькая. Ну, канапе, канапе. А что ты резал? Канапе. А, шеф. Пока не начинайте. Шеф. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Положи апельсин. Шеф, я у меня в чем? Канапе из рыбы. О! Поехали. Вперед! Серьезно? Ну, ты рыба, что ты рыба? Какая ты рыба? Ты рыба такая, вонючая рыба. Куришь? Ты селедка. Фу! Фу! Так, да ты как прическа дичка, бери селедку. Вот бери это... селедку, бери селедку! Селедку бери, я тебе сказал! Я тебе же... Подожди! Взял селедку! Скажи! Селедку бери, дурак! У тебя прическа дичка! Юрий Гальцев пришел, бери селедку! У меня дичка! Ух! Бери селедку! Нет! У тебя дичка! Ты бери шпажки, шпажки ищи, шпажки, шпажки ищи. Пожалуйста, это ради этого все много было. Много селедки бери, бери много. Да пошли вы в он жопу! Он любит жрать, свои... бери селедку. Фу, она течет. Селедку быстро, быстро взял. Слушайте, если вот честно, это шикарный что? Выбор. Арс ненавидит рыбу. Да, мой любимый официант, давай. Дайте мне какой-нибудь... Канапе. Вот, дайте я буду делать... Селедка. Нарисовать? Я должен нарисовать? Я нашел выход из ситуации. Я ем. Я опять во что-то залез. Я ем. Как я люблю. Канапе, как я люблю. Да ёк-макарёк! 5-7. Всё противно! Сережа! 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 Шпажки! Ты нашел шпажки? Нет. Шпажки на... Что ты делаешь? Я не хочу прикасаться к этому ко всему руками. Ты думаешь, я понимаю тебя или хочу понимать? У меня руки в чем? Вытряпь себя! Себя. Об какой об себя? Это тебе. Это соломки. Положи соломки. Дайте обо что-то вытереть. Молодец, руки. Взял шпажки. Все, так. Канапешки. Плюс. Огурчик.
дерево, оливки. Извините. Отведи его к селедке. Нет. Можно бери мне... шпагу, бери шпагу. Можно мне какое-нибудь полотенце? Что ты ищешь? Что ты ищешь? Какой-нибудь полотенце. Где селедка, которую полотенце. Ты взял? Полотенце. Бери селедку. Да! Фу! Да! Я во что-то залез! Иди, бери селедку. Нет. Да. У меня... Да вытри ты об себя, дурак! Никакой об себя-то! Мы пока не дошли до селедки. О, что ты делаешь? Въебать! Кому, кому? Взял селедку, быстро! Селедку возьми! Блин, я... Ладно, ты маленький, ну-ка, выйди с кухни, это наша территория! Выйди! Вы можете, блядь, взять селедку! Пока ты на моем рабочем месте! Селедку возьми! Уйди! Возьми селедку! Уйди! Селедку возьми, возьми селедку! Селедку, возьми селедку. Селедку, берите селедку. Ручки, селедку, берите селедку. Обезопасила ручку. Селедку, берите. Куда ты ее воткнул? Варенье! Ну дайте мне полотенце. Ты будешь есть селедку с вареньем? У меня в чем-то рука. Ты уебался своей рукой. Вытри ее об себя. Ну как об себя? Вытри ее об товарища. Вот. Все. Все. Вот. Натыкай селедку на шпагу. Ты уйди отсюда. Возьми шпагу, натыкай селедку и оливки. Шеф, ты мешаешь. Что ты мне говоришь? Я не хочу тебя слушать. Шеф, ты мешаешь. Я сделал первую порцию канапе. Шеф, послушай, ты реально уйди. Ах ты... Ну, канапе. Тут была... А вот она, сука. Салат нужен? Спроси у него. Закусь, закусь, любая закусь. Оливка, селедка. Огурчик! Дай ему огурец, ты красивый, дай ему огурец. Огурец ему, дай огурец. Да кому ты обращаешься? Дай ему огурец. Ты огурцы тоже не можешь брать! Я могу брать. Рассказывай, рассказывай надолго, рассказывай. Вот, вот что-то. Повторять не обязательно, я вижу канапешку. Канапе. Я до сих пор трогаю. Оливочка. Ты трогаешь огурец? А, да нахер ты мне повторяешь все это! Хорошо. Блин, это мне... Помял! Что ты помял? Что ты помял? Оливки? Виноград! Серег, а где ты говорил огурцы? Я говорю, виноград, ты говоришь... Я пока им... Ну! Ну! Это ну! Огурцы? Yeah! Где? Дай. Стой! Где ты? Дай. Вот мы огурец. Канапешку сделали. Фух. Нежно, нежно. Молодец, мой хороший. Хочешь? Вот ты мне нравишься. Да что ты, ну, виноград. Будешь? Изюм. И изумительный. Изюм. Я шеф. Изюм от шефа. Андоха. Изюм от шефа. Какой в жопу изюм от шефа? Он... Ну какой изюм от шефа? А, стой! Канапе с селедкой, оливкой, огурчиком и... Лист салата? Лист салата? На шпажке с изюмом... От шефа. Изюмчиком. С изюминкой! От меня! Держи шпажку аккуратно. Это единственное наше канапе. Клубничку, мой хороший, добавил. Ты, длинный, дай мне маршмеллоу. Пожалуйста. Я без маршмеллоу. Это не маршмеллоу! В чем он? Он, ну, в пакетике. Где маленький такой красивый маршмеллоу? Маршмеллоу. Да ёб твою мать! Так тебе и надо, ищи маршмеллоу. Что это вообще? Это не маршмеллоу, ты можешь подвигаться чуть-чуть. Вот. Это маршмеллоу? Ой, ты мой хороший. Они суховатые. Одну. Вот все? Теперь давай куст. Все? Давай свой куст, который предлагал. Давай это, ладно. Не надо, все. Так красивее. Нет, так надо нести. Ешь селедку.
Браво! Ой. Юрий, ваш заказ. Проверьте, все ли там в сборе. Да, все. Если это то, что вы заказывали, значит, все, состоялось. Спасибо. Заканчивается блистательный выпуск с Юрием Гальцевым. Спасибо огромное, это было очень круто. Осталась небольшая деталь. Надо как-то импровизационно попрощаться. Я предлагаю так, смотрите. Мы были 20 лет на необитаемом острове, и вот мы увидели корабль. Поехали! С актерским составом 5 звезд. Во! Демис Карибидис, Павел Майков, Валя Карнавал, Арарат Кищан и Михаил Галустян. Здорово. Ты что здесь? На рыбалку приехал. А. Смотри, барабульку какую поймал. Черноморскую. Отпуск. Новый сезон. С понедельника по четверг. В 8 вечера. Давай, позвони, скажи, пусть улицу подметут. Мы едем, скажи. На ТНТ.